В минувшие выходные в стране вспоминали безымянных героев. Тех, кто отдал жизнь за Родину, но так и остался в списках пропавших без вести. В день неизвестного солдата в музее Диораме организовали встречу с участниками клуба «Огненная дуга». Сообщество восстанавливает историческую справедливость, занимается поиском и перезахоронением безымянных советских воинов. За 26 лет работы в регионе с почестями предали земле почти 3500 неизвестных красноармейцев. Установили 142 имени, передали на родину останки 24 бойцов. Гостям музея показали литературно-музыкальную композицию, тематическую документальный фильм. Вручили памятные медали. Мне искренне хочется поблагодарить этих людей, потому что много лет прошло со времен той самой страшной войны, но мы продолжаем восстанавливать имена тех неизвестных солдат. Сколько, наверное, сегодня испытано новых эмоций, несмотря на вот то расстояние между 41-м, 45-м годом и сегодняшним временем. А после вечера памяти участники возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь».